Да, ребята, да! Всем привет, ребят, с вами, как всегда, Орейншайдер. И да, ребят, этот день наступил, наконец, на канале уже целая 1000 подписчиков, ребят. Я выражаю очень огромную благодарность тем людям, которые смотрят канал еще с давнего времени, буквально, наверное, 2 года назад. И знаете, многие почему-то в комментариях пишут, что Орейншайдер, а ты на самом деле начинающий контент-мейкер. Ну, начинающий, да, ребят? Ну, мне так по мне очень смешно звучит, потому что именно канал Орейншайдер уже 20 августа исполнится ровно 2 года, ребят. 2 года, я думаю, это очень такая уже внушительная цифра. И в каждый ролик я вкладываю очень много сил, очень много времени, а самое главное душу. И делаю каждый свой ролик именно таким, чтобы его хотелось пересматривать раз за разом. Ну и на самом деле я частенько тоже пересматриваю свои ролики. Отдельное спасибо я хотел бы сказать моим комментаторам, которые каждое мое новое видео не оставляют без комментария. На самом деле под моими видео собирается очень большое множество комментариев, как положительных, так и отрицательных. Но, как вы могли заметить, я частенько отвечаю именно на те комментарии, которые конструктивные и как бы доступно изложенные. То есть, ребят, на самом деле я не отвечаю на те комментарии, которые либо, ну, непонятны, там, частенько они вообще изложены непонятным языком, по отдельными словами, там, без запятых и так далее. Либо те комментарии, которые не несут никакого в себе смысла, какие-то отдельные слова или фразы. Вот, я вообще рад любым комментариям, как положительным, так и отрицательным, потому что любой комментарий помогает мне развиваться в лучшую сторону. Если, конечно, он конструктивный, ребят, так что пишите много-много комментариев, пожалуйста. Как раз, ребята, в этом видео я решил ответить на часто задаваемые вопросы, так называемые fuck you, fuck you, я не знаю, как это можно назвать. В общем, те вопросы, которые вы мне чаще всего задаете в комментариях на YouTube, или же в группе ВКонтакте, или личке ВКонтакте. И я хочу, чтобы ответы на эти вопросы вы запомнили раз и навсегда. Первый вопрос, это самый наиболее популярный, часто задаемый вопрос у меня в комментариях и личке ВКонтакте, это какой же байк купить для даунхилла, ребят? Пишет, посоветуйте вел для ДХ, говорит, Орейншайдер, пожалуйста, скажи, какой вел купить в пределах там какой-то суммы там 100 тысяч или 150. Ребят, на самом деле, к счастью или к сожалению, я не работник магазина, веломагазина, я не продавец-консультант, я не могу вам подсказать велосипед. Я помогу вам определиться с выбором, то есть если вы присмотрели какой-то конкретный байк или же два байка, то есть схожие по характеристикам или схожие по цене и не можете определиться, обращайтесь ко мне, я помогу вам выбрать, то есть из конкретных байков, допустим, там Norco Urum или там GT Fury, я помогу вам определиться, какой из них лучше. То есть я помогу выбрать из там двух байков, либо же по какому-то одну подсказать, но я не буду искать для вас байк, я не буду для вас его подбирать. Ну, к счастью, у меня не такая работа. Следующий вопрос, ребята, второй, это у нас какой у меня байк и сколько же он стоит? Наконец-то эту тайну секретную я вам раскрою именно в этом видео. Я снимал целых 2 видео на тему моего байка. Напомню вам, ребят, что байк у меня называется Outdoor Agan Ninja Freeride 2017 года. И ценник у него какой-никакой, но 87 550 рублей. Ребят, я надеюсь, вот про этот байк вопросов у вас не будет, потому что вы ответы на все свои вопросы по этому байку можете найти у меня на канале. Я снимал очень много видео про него, делал комментарии по поводу него, рассказывал, какие у него плюсы и минусы. Так что по поводу моего байка вы сможете все найти на моем канале, на моей страничке ВКонтакте, но только не у меня в комментариях и не в вопросах в личке, ладно? Третий вопрос, ребят. Орейншайдер, ты не умеешь катать ДХ? И почему же я не умею его катать? На самом деле, вам виднее, потому что вы зрители моего канала, вы его смотрите. Так что, я не знаю, вы оцениваете, ну, то есть вам виднее, ребят, почему я не умею катать ДХ и не умели я его катать в принципе. Следующий вопрос, четвертый у нас по счету, это когда же такое долгожданное новое видео, ребят, на самом деле, наверное, когда я его залью на канал, либо же выпущу, то есть, ну, логично, да, когда видео появится на канале, тогда оно и будет. Да, это были все вопросы, которые вы мне частенько задаете в личке ВКонтакте или же в комментариях, я надеюсь, все ответы на них вы уже наизусть выучили. И да, ребят, хотелось бы напомнить, что
каждый из вас мне очень дорог, ребят. Этой цифры в 1000 подписчиков я, так скажем, добивался целых 2 года, ребят. 2 года я добивался этой отметки в 1000 подписчиков. И я представляю, что будет, если вас, целую 1000 людей, собрать в одном месте, например, на одной сцене или в каком-то зале. Это же целая куча людей, целый народ людей, которые любят даунхилл и занимаются этим спортом. Ребята, на прощание. Хотел бы напомнить, что у меня появился Инстаграм. Инстаграм-аккаунт, он появится где-то вот тут вот. Там я постараюсь постить очень много фотографий и видео, какие-то бэкстейджи со съемок, или же что-то интересное. В общем, ребят, подписывайтесь на Инстаграм. Также вы можете подписаться на мою группу ВКонтакте, она опять же будет тут. Там постятся очень интересные посты информативные с каких-то мероприятий по даунхиллу, или же какая-то просто какие-то информативные посты по поводу даунхилла, ребят. И часто задаваемые вопросы те же, я постараюсь с вами там общаться. Вот. И вот здесь же будет моя личка ВКонтакте, где вы можете задавать самые-самые разные мне вопросы, самые интересные какие-то, может быть, просто пообщаться со мной заходите. Ну, ребят, не забываем поддерживать меня лайками или дизлайками, как хотите. Комментируйте видео вот здесь, вот там под видео. Ну и не забывайте нажать на колокольчик справа от кнопки подписки, чтобы вовремя получать уведомления о моих новых видео и не спрашивать Orange Rider, когда же выйдет новое видео. Ну и, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии там же. Ну а с вами был, ребята, как всегда, Orange Rider. Всем удачи, ребята, всем пока-пока!